Валёк, чё ты, как это? Нападение отыграешь? На дереве. Чё, я типа на тренте? Отыграешь, я тебя спрашиваю? Да, конечно. Поищу. Не, типа, против Разора что-то с эскейпом я хотел. Так, я за Лёню. Лёню друида. По идее, трипло мы должны разорвать. Стрим включил? Я за лондруида вообще не играл. Сколько? От вопроса не уходи. Ничего я не включил. Почему? Зачем? Давайте, давайте пикаем, пикаем, быстро. Мы все взяли там эти. Напишите им что-то. А, вот. Ну, вы поняли страту, да? Танкусы мне, пожалуйста. Как страту-то не понять. Ну, давайте не палим. Я стал изи, короче. Ребят, на... не палим. Какой мне ворды, ты чё? Поставишь по пути на. Пошёл вон. Поставишь и сказал. Держи, вон. Всё. Тупо. Парень в сторону. Танкусики мне. Дай ему один танкусик, потом помрёт вечно. А чё, у нас есть тренд, в принципе, может так сильнее не пулит. Хотя кто на тренде, ну куда эти взгляды? О, худики какие-то. Нет, говнище. Мой самый пиздатый там, понял? Чего? Да, мой самый хуйный. Чё-то я... Короче, твой худик за моим не вижу. У нас самый лучший. Поцепи, если кто-нибудь подставляется, убиваем его сразу. У нас мы очень все толстые. Ну, несмотря... У вас нет дальнего стана, это херово. Только замедло. У нас отличное замедло, реально. Отличное замедло. Замедление на двоих 60%. Я, короче, куплю рудик. Ну ты только ты семидас собери, не забудь. Не, ненавижу мидас вообще. Я, наоборот, с мидасом дольше собираю этот раз. Нет, собираю мидас. Ты что ж, блять, вот просто... Не, ну как пойдет, если радианс выходит нормальный? Минута до 15. Если Радик выходит до 15, то ну, Радик. Если не выходит, то Радик, то Радик, то Медас. Инвиз, топ. Да инвиз, значит, что-то Радик. Yes. Если получится Медас, собрать минуте на 8. Это собирать его? Нет, маловато. Хотя, похеру, собирай, какая разница? Вообще только первым айтемом собирай его. Атапа хоть можно? Эй, Тигр, ты чё пропустил? Кого пропустил? Ну, он тут не сходит, он. Тушара. Ну вот, я точно с плечом параличом тебе встаю. Всё, иди сюда, гоняй их. Сейчас заблочу. Ай. Чё-то, по-моему, не жданчик для пацанов, они так остепенились сразу. Ну ты бей их, чтобы они дальше... Лично что такое, всосал-то. Не, ну конечно, если чем стоять такой, вечно линия пуша, пошел вон. Так, короче, я первый цеплял. Я вообще заблочил. На втором, будем играть. Как этот вот не заблочил? Вообще-то заблочил. Не успел подойти просто. Давай, кстати, Никса там. А, у него все, он прожрал путь. Стой, фарми там пока. Никита, кристалка идет здесь. Вот шкура. Так, ой, тут еще. Что, не получилось, да? Обратно подставим на выстрел. Разор. Нет, нет. Сейчас на втором уровне можем прицеплять. Сейчас семечку сразу качай. Да, да я тут. Тигр, ты их пристук. Я вот пристук, мне самому больно так-то тоже. У меня ноль брони, Никит. Когда у меня будет медалька, я буду давать. Ааа, Мишка, по жопе получил. Так, мы можем бакануть сейчас нормально так. Давай Войда, наверное. Войда, поехали. Нет, семечку.
Мне кажется, там будет такой вот карнавал. Куда он нихуя не упрыгает? Блядь, вы чё, сейчас... Давай, Никса! Вам из-за этого, ты сейчас умрёшь, из тебя! Да не умру я. ТП-шку купите мне, пожалуйста. Тренд, ТП-шку купи, пожалуйста. Да хрен тебе. Ой, тебе. Геймплей на 100%. Пойду и все это плохо. Забирай, выложил. Вика. Вот этот, блядь, тигра, бей его. Вот вот стоит у крипл. Ты хочешь, что я ману регеню, нет? Просто бить и все. Вот что я сделал, понимаешь, благодаря тебе. Ты успокойся, как обычно. Но. Просто, блядь, ты можешь ее... Да без просто, я тебе говорю. Давай, да, убивай и все, чтобы не подходил крипам. Чтобы желания не было, пацан. Ты по возможности подошел, ударил, подошел, ударил. Никита, ты меня не учи, что мне делать, еще раз говорю, у меня ноль брони. Я подхожу, мне кидаешь больше тычек. Я что, тебе первый раз, что ли, сижу на визаже играю или что? Что ты выебуешься? Это да. Обе силуха пошла. Все, нет у меня тебе больше там фиксик. Я второй стану уже есть. Везет тебе. Они не фармят нихуя, он там что пытается подхожить. Я понимаю, что... О, кристалки тычка больнее, чем у меня, нахуй. Чем ты говоришь вообще? Кто мне тебе? Давайте кристалку попробуем запомнить. Вот это круто. Сейчас отлетит. Не надо не лезть. Аккуратно. Блять, ведь крипы нахуй. Дерево, раз, подкинь раз, мне. Сейчас. По дерево, пусть кидает этот, подкинь мне. Киньте мне хилочку. Поздно сказал. Пойдешь, сына. Ага, разор СС нормально. А так, кстати, если бы мне тогда хил кинули, я бы не умер под так. Вот, ну ты тоже крещи, кстати. А ты когда умер там? Видео он умер. Тренд, а зачем ты Макси второй скин? Макси третий. Ну второй так, тоже как бы нормально. Нет. А нам сейчас второй скилл нужен. Не-не-не-не-не-не. Ну это такое, это блин, не это не сильно многозначно. У них есть микс со спам скиллами, у них там этот. Как-то паралич, блин. Будем что-то пытаться делать или нет? Пока нет. Такое. Кристалка, что ты толку ее вообще боишься? Она, по-моему, тебе даже не дамажет ни хера вообще. А у него рейс что-то пишет. Быстрее, отрегенируешься, он тебя пробивает там. Че пишет? Ну, типа, вас 5. Он бах сразу, блядь. Скотина. Давай кристалку цепанем. Ой, да она вообще тонюченькая. Не то. Ой, хорош. Разор СС. У меня лич ультой шибанул. Все нормально. Мишаня, беги. Не твоя война. Да, у Вайда кольцо, кстати, пить золото. Сука, ебаный крик. Можно было забрать, кстати, сейчас все. Нет, не можно было. Да давай, можем. Блять, он заевейдил сам. Все, успокойтесь. Блять. Почему у нас курица не апнута? Это же мы. Можно фласочку? Ну, в трипле стоим тут. Пока что не ждите добра вардов там и так далее, блять. Потому что тяжковато все равно. Мы от Никиты отойти не можем. Разор СС. Так, я чувствую это. Себя уязвимым сильно. Не стойте так близко, отойдите, не стойте. Не, ну я ебанул уточку, спокойно. Подхиль пока, никто не букует из них. Меня лич вообще гонят до сюда, козёла. Лич СС. Лич РС. Кит, чё у тебя с фармом? Нормально там? Сколько? Ну, блять, они к крипам боятся подойти. Тигр, ты сейчас сдохнешь. Войд, убейте. Мы не убьём его, ты чё, придуриваешься? Стан можно было сделать и всё просто. Пустан. Слышь, он и выйдет, всё, сука. Да, не надо, Кит, уходи, уходи. Стан, мог сделать. Стан, ты мог сделать, ёпта. Блять. Войд, знаешь, он и выйдет. Забери тишину, Никита, сам.
Когда значит, здесь вот подожди. Я дал стан, он выжил. Не дал стан. Ты подождал какое-то время, и он уже все, на варпе ушел сюда, или как там волк. Тайм волк. Пошли попробуем на мид сходить. А у тебя ман нихера нет. Прискорбно. Ну еще. Аккуратно, короче, стоишь сейчас деревом, стараешься ничего не юзать. СС сразу. Сам СС, варды пропали, да. Хилочку на меня. Через 10 секунд будут варды. А хилочка? Хилочку на мишку. Пипец, я стою, у меня просто долбался и новый. Блять, Вика себе там когти везет. Шли, я пушу, можете пойти погануть. Раз 40, блин. Пошли дерево. Руна 3-4 раз нанизу, блядь. Даун. Дерево просто через верх сюда, вот. Сейчас смог заюзал здесь вот, типа, пойдем попробуем на мид сходить. Пошли, пошли. Он стоит под башней. А у тебя лестница все. Хилка-то на меня будет, нет? Так и не повесь. Вика, готовься, мы сейчас. Все, ребят, у меня все совсем лайк. Отсюда вот будем заходить. Так, еще 10 секунд надо ждать. Черт повторяю, СС все. Сейчас там разор нервишки успокоит, и мы пойдем. Ладно, выходим. Вика, готовься. У него, правда, ДД, но это больно может быть. Но проходим. Вика... Все, Вика, прыгай, пошли. Your bottom tower ain't long for this world. Good luck getting out of there. Все норм. Башня меня убила, добей. Рич СС. А, ну. Помоги, Вика, ну что? Так чем я ему помогу-то? Хоть и ульту бы мог заюзать, ёптого, блядь. Рич СС, я говорю. Ульту зажал, блядь. И Кир чуть не убил. Его трудно сейчас убить. Мог мне сейчас бутылку дать так-то. Ты же видишь, что это больше. Снова ничего не сказал, блин. Опа, Алис спалил, потому что я варды ебанул. Он нихуя не сделает. Там, короче, вайда уже этот персик. Подфармливает, видимо, в лесу. Но он не может в лесу упал. Там только вард упал, он не мог в лесу подфармливать. Он мог здесь фармить. У него кроме персика есть еще что-нибудь? Нет. Ой, не успокойся, а башмак у него обычный, да? Даже башмака нет. А, ну тем более забей, но у тебя костыль уже так. Так, а вот это хар... Там я его побежаю, дело не в этом. Разор ассасин пиц. Ой, есть пара. Либо, но не есть. Че, мы попробуем вот убить или кто? И пожалуйста, я вообще кого угодно выберу. Ты вообще сейчас под башню можешь залетать, я думаю, спокойно. Нет, побегаешь. Не напрягаясь, да. Он не сам может спануть, пускай там карапасно, развести его. Разведешь сначала? О, Войд пошел куда-то, Войд пошел куда-то. Да, брат, вот у меня они все бригады, на. Не лезь, не лезь, кристалку. Это они все убьют нахер. Сейчас-то не убьют меня. Ты хп сколько? Лихерея. Лича СС. Ну, по-моему, Мидас пытался сварить, но ничего не получилось. Ничего не пытался, он пытался БФ сварить. Упал, понятно. Сейчас хилку кидай сразу же на меня. Да. Это предсказуемо слегка. Короче, нормально, ну блядь. Чтобы я потерял. Че, у тебя ВГ, да, все есть? Да, ВГ есть. Them dire buildings are tough as nails for now. The other side is able to wreck it. Ну я же давно говорил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь микс. Лол. Можем замутить чат. Можем, я готов. Берем. Я бегу сейчас, когда меня... Да. Здесь давайте ловим всех, кто есть или что. Я там, блин. Сцепляй семечко его.
А, Мека уже у парня. Угу. Да-да-да, кстати. Блядь, пища. Лоу ХП, пиздец. Убивай его, мразь. Пацаны, хелп, уйдите. Пойдите, помогите, Никита, стан. Помогите Сладарову, дурачки. Чем помогите? Ты на это куда ты пошел? Уходи. Все. Ушли. Чем? Ну, просто своим присутствием даже уже помогли бы, они бы отвлекались бы на вас еще как-нибудь. Че ты ржешь-то, блядь? Че, ясно, либо один Сладар стоит, либо их трое стоит, но. Есть разница, нет? Ну, если помимо моральки, чтобы нет, но если они нормальные, то будут, но... Да не минус моральки, а есть разница, блядь, на одного бежать или на троих? Ну, я говорю, помимо моральки, блядь. И где они вообще все? Да потому что у нас они сейчас только что все были. Я иду сейчас снова на нет. СС до сих пор. Но они в лесу подфармят, пихевой по приводу. Ну, кристалл хотела подфармить. Развал. Давай, идем, попробуем сейчас. Кто-нибудь. Я душу вылезаю. Что-то как-то они вообще спрятались. Под башней все спрятались. О, Вика. Азор, на топ, лимпит, осторожно. А, вот кристалка здесь. Вика. Видишь? Да вон, пошли, забрали ее просто, Никит. Я просто. Все, заходим, забираем. Яров не хочу убивай. Все, забрали, мерта. Стан. Все. Никита, да пропусти ты меня. Никса убиваем сейчас. Забейте. Никса сначала. Так. Сейчас. Птичек убери! Все. Five in a row. Кит, вон бич, разор. Разор, Никита, не бойся. Ну, блин, конечно, не бойся. Ну чё? Господи, там рандомный дамаг идёт. Чё ты мне тут что-то базаришь? Абсолютно рандомный, блядь. Не бойся, говорит. Да уходи ты чё? Просто он тебе первый раз там хуёво продамажил, а второй раз заебал. Просто он меня разок попал этой молнией и всё. Ну типа, лимпит, ты мог уже давно медас купить и всё. Не, я сразу это творил. Кого сразу? Ты быстрее фармил, если бы ты покупал больше предметов. Если бы ты медас купил, то... Не, у меня медас был на 11 минут тогда. Это типа за 4 минуты нафармил 3 куска, да? Почти. Ну меня лично. Короче, Никита, я медаль не буду собирать, у тебя же есть ульта. Меку просто и все. Слышь? А что, Сладар на топ перешел, что ли? Я хотел вернуть туда. Ну блин, все уж фармим в лесу. И кстати, ну, это, окей. Надо бы это, Рошанчика бы убить, кстати говоря. Сейчас мы в закрытую этого лодыжки пойдем. Я джаунер собираю. Че у Мишки там будет? Что ты собираешь? Джаунер. Вайта убьем? Да, у меня сакрит релик есть. Что сейчас пойдем Рошу забирать? Сейчас на мид подтягивайся на центральную башню, а там смока завижу и пойдем. Варда они так никуда не сбили, они знали, куда я его поставил. Медведь, Сладар, вы где там? Я воль. Я иду. Я фармлю. А этот куплю, что, не пойдешь? Все, пошли, Мишка, на Рошу. Я даже... А, у вас есть чем похилиться хоть? Есть, конечно, у вас есть медведь. По пассиву. Или Сладара попробовать делать, Сладара разора. А, вот он. Вот, понял, в чем прикол был. Пассивочка. Идите сюда. Меня не это убило. Идите сюда. У меня Мишки тапка нет все равно. Никита, ты Вася что ли или чё? Да, я без смока могу залететь, мне надо длинщик есть. Ой, быстрее, а. И тренд, идём на низ. Я типа не палю контору, знаешь.
Просто тут тусуйтесь там, все. Один сюда кто-нибудь, кстати. Тебе, Виктор, и ты туда встань, вот сюда вот, кстати. Ну чё, херачи? Дерево там стоит. Дерево инвиз ещё сидит. Ну тут бейся. Бери, Эгис. Дарю. Не Эгис. Кому? Мне нахер не нужен. Ну я говорю, мне Эгис. А, ну. Отходим. Дэм послышалось, типа, я. Блин, ману, кто ману залейте кто-нибудь? Трентуха. Давайте миди подеремся, ребят. Давайте. Помидоров надо перезарядить сначала. Ай-яй-яй. Просто интимную стрижку сделал, пацаны. Стринж КД подпишись. Не с Энтрей у нас ничего. Прекрасно. Да, Никс, по-моему. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Не знаю. Не знаю, действительно. Они что-то. Это хорошие, они еще с тобой даже не пошли. Ну они мудаки. Это тебе повезло. Ну они охуели просто от такой наглости, по-моему. Ладно, деремся в миди, забираем миди. Че, будем же деремся? Влетаем или че? Давай, влетаем. Начинаем. Начинаем. Ой, ты зажал. Пизжу. Не под тавером же. А пичку проебал. Ну, блядь, да поделай и все. Ребят, стилпа! Нихуя не минус. Это какой-то он лалка, по-моему. Есть мальца такое. Что-то комбо-бомбо у них. Да, влетаем, да. Хоть кто-нибудь какой-нибудь убейте сразу, убьете лича, выиграете. Ой, сейчас знаешь, что будет? Отлично. Блин, ты разор, пидор. Бить разора, нахуй. Прости, мир. И башня, нахуй. И зачем нам центрики, собственно? И так все нормально. Он у рампейдж убегает. Ты где их набил там, не скажи, нахуй. У меня радик. Ну все, мы видно, значит. Заходим сразу, короче, на батарею. Как же профессиональный комбо-бомба там, типа, воит, лич. Ух, это комбо-бомба. Серьезно. Что это? Вот... А, блин. А вот это что? У нас что, под мамидерша было? Да. Окей. Так, стойте только на купол, блядь. Я попробую сейчас птичкам увезти, но я не гарантирую, что получится. Понимаете, надо другие лайны, потому что мы просто сейчас тайбуем очень долго. Валим, валим. Вон на топ пошли. На низ. И на низ, слушай, там один там. А, ну хотя да. Там дальше пушим. О, хорош. Фу, нахуй, чего? Yes. Целый блин, зоопарк у нас что-то нахуй. Хотя крипов не спиздим. Дан был чечен, я крипов устанавливай там, на. Подожди, можно себе улицу. Ты слышишь, вон, пошел отсюда, гнить. Гомик в деревне, блядь. Домик в деревне? Гомик в деревне, на. Вика там что-то сейчас доуебывается день-то. Они ему отомстят, на. Пизденьки-то царские получат. Ванич. Кстати, почему на птичек не действует, блядь? Да. Не стирает. Надо было закупиться. Да ладно, вообще насрать. Ну что там? Ты еще 300 подарил? Ты можешь мне мишку уже подойти? Семки. Да плохо, она там зажигает атмосферу. Кур, ты ёпта, ебли нас. Мишку похиль. Вот этого, моего. Пойдет сюда. Пандусику. О. Потом забираем топ. Заебаться. Осторожно, комбо-бомба детектор. Можно просто в стороне стоять, пускай мой мишку лупишь в тавер. Не въебывайся. Можно, можно. Ну, в принципе, мне это пофиг, я нормально. Что это? Так, разорчика, только аккуратно. Я на Вайдуфу направил моего гиганта. Да. Хоть не убивай. Сейчас я замедлю. Там еще кто-то такое делает. Не, не делает. Так, аккуратно. Ты потерял. Я увел.
Я-то увел от по фамильярам. Трипов, блин, там чуть дурачит. Мне не было времени уже уводить туда. Уходи, Никита, ты что это? Давай таур заберем, пускай там Никита отвлекает, так короче. Попробуй фамильярам подсобить его. Никита, живи, блядь. Там у меня башня. Я сейчас там тут сдохну. Ай! Ты так котики, валите нахер, пойди. От какого фига это? Я вот серьезно, не по-детски. Блять! Тигр, ну блять! Вон я такой бегу, вон друидом. Чего тебе там, блять? Я там кишка свернулась. Запутался. Да потому что у меня там не получилось застанет. Я решил, думаю, сейчас здесь призову. Начинается. Сука. Не, понимаешь, что мы имеем преимущество в 5 товаров, но блин. Давайте мы нормально сыграем и хорошее замешиваем. Мы имеем ближе не только в 5 тавуров, но еще и во всякие там радики и подобные хуйни. Блять, это понятно, но просто они пару замесов сейчас сделают, пару стриков пострывают и все. И все. О, Никит как быстро все посчитал, но. Все? Было и не было. Надо это брабанить, наверное, чтобы быстрее бегать, блять, а то что-то пиздец. Свинять, парни, не собирай транквилы, это уже не те айтемы. Транквилы сейчас можешь собирать только, наверное, на Абадона. Вообще-то визажу, это самый заебательский артефакт вообще. Понял. Транквилы. Даже спорить не буду. Да и даже и не спорим, а в петух, блядь. Ты хоть раз играл на визаже вообще, на? Нет. Ну и дуались, на. Я за ноунейм героев не играю. Ноунейм героев. Мидаста купи уже. Не. Это на... Фейзи лучше купил, дебил. Это нам Йольнер. Чё, ты чё нахуй покусил, блядь? Ты в кэре идёшь, тогда я ещё понимаю, ему костыль там, ещё чуть-чуть. Окей. Парни. Заеби сейчас было. Вы начинаете дальше фигить, да? Не запалил это. Чё ты там делал вообще? Тренд удаётся у нас тоже, блядь. Поцыки, давайте без этой хуйни, а? Поцыки. Блядь, а где варды-то нахуй? Чё у них кулдаунина? А, понял. Слишком много вардов у вас. Давайте Мишку подхили, пидор. И подряд просто стоят. Причем вижу, они не дают какой-то один вот этот. Да я вот сюда еще один поставил, меня завалили. Ты там не выебывайся, на лайне тебя выкормили, что ты там базаришь, бегаешь на. Выкормили. Ага, выкормили. 26-я минута, пацана. Рингдайгер и Вангард. Блять, у него уже почти что, блядь, дизоль так-то, если ты слепой, блядь, шары ебешь, твои проблемы нахуй. Да-да-да. И сама тигры, блядь. Агро, дебил. Чё агро, блядь, ты чё не видишь, что у него дизоль, на? Я слежу. Ну, в 40 минуте, может, я ваш меда соберу с Анной. И то ради скорости атаки. Ну, понял, чё там за дичь? Идут сюда, Никит. Там или с БФом фейсис на моновойдена. Ну, как давно бы, причем парад. Так, 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 идут или не идут, нам понятно. Ну. Пытаются, но что-то, блядь, это вяло. А, варды сбивает петух. Здесь вот ставит меня, смотри. Ага, там он достать не может. Но. Так, Никс Виндетта ушел. Ну чё, пойдем куда-нибудь все вместе? Никита, Никс, дети, сейчас на тебя вылезут. Давайте где мы соберемся толпищем. Мой Мишка пока. Он в лесу ухнем нормально. Нормальное такое местечко на. Зачем ты запрыгивал? Кит. Ой, добрый вечер. Пофармить решил, да? Эй, чё за куропатка? Блять. Ой, вообще не тем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вообще. Очень всё хуёво. Только не на меня. Меня хиль быстрее! Викарь стоит, расстреливает просто. Да, я стою стреляю. Кристалл, свечу. Забайтил. Залошил это, называется, не забайтил. Я просто вот тут в углу стоял, стрелял. Весь купол. Где?
Разве а что так и играем? Ага, мы команды. 1.453 это. Ну тигра не уступает своим традициям. 1.7. У меня больше всего ассистов. Русский стандарт. Я в половине всех правил участвовал, так что пошел, ты понял. Хорошо. Ну а я во всех, кроме двух. Все, Нэггит будем или нет? Я пойду, но подождите маленько. Сколько? Сколько тебя ждать? Пару минут. Ну я за пажа что-нибудь замучу. Кто все? Я. А чё ты? Слабый. Я поехал. Да? Я поехал. Климпида поехал, по IP вычислил, отхули вообще там поехал. По пингу вычислил, да я его уж. Вообще по пингу проходит, наверное, в 8 классе. Ага. Ладно, что ж. Чё, давайте... Плюс L-Rich в главном меню. Давайте с ним пойдёмте рецем. Давайте. Заебись тут, скачем туда-сюда. Сейчас он что нам ответит, конечно. О, он что-то пишет. О, ты мой! Мы за всех где платят. Где побольше? Че это? Это Бобыча. А чего? Че там смотрит? Букву Г удаляем. Это наш язык, русский, нас тут 5%. Да да я же-то по причину. Чё мы играем? Давайте позовем его, нет? Элрич согласился, все, он пишет, окей, пати ему кидайте. Пап, почему папа приглашает? Я писал Сэм. Пять. Боже, что же. Во. Просто не через ту команду сыграл. Элрич согласился, все, он пишет окей, пати. Хома лидер четвертый. Тигра, принимай пати. О, четко. Я отойду на минутку. Никита, на пиках ты. Никита, ты на пиках. Ты на пике вообще-то. И спидпушишь. Спидпушишь. Invisible заходит в лодаут. Кстати, вы лодаут скачали, StarCraft 2 скачали, ау. Рабы. Погнали в CS. Да ну ты рак, ты че, блядь, винрейт только мой портить будешь, ну. Ты еще не поднялся в люди. Я имею в виду в CS 1.6. О, 10... О, я 1.6, откуда, ёб? Ну не принял. Скачаем, чё? Пиратка, что ли? У тебя почка в скайпе, да. Скайпе. Ну хотя были. Можно, в принципе. Я чё знаю, чё там, звоните ему нахуй. Ебаный. А, он, какой там был ник? Там Петробарском каком-то. Дмитро. Дмитро, да-да-да, в метро сейчас. Хохло. А что так? Он не в сети в скайпе, напиши ему. Чё там за зэк какой-то с охрипшим голосом? И мы знаем, побудуем новую Украину, то мы не цвет нации. Чё, тигр начал просто... Ссылку, тигра! Чё? Ссылку. Тигр, чё ты всё слушаешь про Майдан? Всё, страна забыта президентом, да. Я не про Майдан, просто ролик там, всё смотри. Там не только про Майдан, всё. А ты если что, просто букву Г прям там на заднем фоне так смачно. Г. Тигра просто не без участия. Ссылку, тигра. Элрич, скай. Подожди. Он мистер Дредуха стримит. Так, все, тут я водички налил. Ой, игру нашла. Нормально. Как раз подождали. Теперь я тут. Поднимаю. Или чё-то добавили в скайп, чё? Он в скайпе вообще? Где его нету в конфе нашей? Смотрим. Чё-то в конфе не вижу с тобой. Ну, чё ж ты...
Эй, чуть меня клава заглючила, блин, ты че? Какой бы... Что за хуй-то? Да блять! Сейчас клаву отключу, погодь. Ёбнулся с ним. Ну не принял ты. Я принял? Не надо мне. У меня что-то твёрдым знаком случилось. О. А, все, он звонит. Давайте. Я его закинул. Домогай. Да что ж ты, блять, будешь делать? Звони, тигра! Кто не принял? Вообще, ну, что у меня за херня? У меня что-то кнопка твердый знак. Зажалась как-то. Да, это твоя модная клавиатура просто. Да я у меня сегодня пролил. Вот результат, ну. Добрый вечер. Блин, я бомфлейчер. Добрый. Бомфлейчер. Я инвокер. Так, где тут... Правильно. Так, это клаву отключит? Не отключила. Или отключила? Не отключила. Ну-ка, это... Что там, пики идут? Уже второй бан. Что там, пикайте хоть? Я не могу развернуться. Я тут клавиатуру, блядь, вставляю, ну. Для Вовки. Вовки? А мне еще и мышка отключилась. Секунду сейчас. Мышка мне не нужна. Блядь, да. Я тебя случайно тут заспамил. У меня клаву зажало, блядь. Одни твердые знаки там херачат. Так, мне вроде в пабе что-то нужно. Ты не достоин ничего. Я достоин нового сета на инвокера. Спонсор тигра. Где он? Тигра. Спонсор. Давай ты завтра закинешь. На это. 150 еще. На вебмане. И 257, короче, мне... На этот сетик. Не, ну вернее, ты же 200, потому что там можно порог 150 и 300 порог с вебмани ложить. И короче, купишь... Пускай сразу же купишь... 500, пускай 500 ложит. Сетик, сетик это, сетик инвокер купишь, написал, я буду звать. Ты мне написал, можешь мне сказать, да? Чего? Ты мне написал в приват, то, чего не можешь сказать? Имя. Что? Да я что-то... Подожди, у меня опять твердый знак заело, блядь. Что будешь делать? А, это мягкий знак заело. Ёбаный в рот. А я тут думаю, что ты чё пишешь. Тигр, ну что, ты закинешь? Чё не закинул? Ну, твёрдый знак, мягкий знак заело. Деньги, и я буду называть тебя господин весь месяц. Ты чё, не можешь поэкономить, что ли, на столовой школе там, или чё купить? Нет. Почему? Потому что... Чё у меня с... У меня принцип, я не вкладываю реальные деньги в доту. Принцип. Угу. У тебя свои принципы. Как отключить вообще кнопку эту? Ну нечего было левую клавиатуру палёную от Razer покупать. Не, я не пролил воду. А, во, всё норм. Заебись. Тигра, ну что? Покиньте синапс, отключилось. Я подумал. Что-то синапс лагнул. Ну давай, да завтра думай. Не, да завтра точно не буду. Сегодня быстро, через 20 минут, чтоб придумал. Сообразил. Сообрази мне на новый сетик. Я куличу. А кто пикать будет? Никита. А, понял. Везде побриты. Сейчас опять будут такие пики, блядь, а-ля не знаю. Хэллоуин, блядь. Хэллоуин. Никита, какие будешь пики делать? Давай, говори. Чё ты хочешь? Я ничего. Ну, приблизительно что-то, чтобы у нас было. Или не было. Можно Бунти Хунтера какого-нибудь. Давно на нем не шпилил. Никогда не шпилил на Декс Квасе. Вообще никогда. Ой, ну, блядь. Слышь, Никит. А если забанят, как бы просто тут играть? Рубика, Дарксира, Титана и... Я тебе найду еще пикнуть, потом.
Ты заебал, один и те же пикаешь мне, я... Тут по горло, у меня же Рубик лучше героев уже там на втором месте висит. Из-за ваших пиков, блядь. И в пабе ваши выкрики. Ай, дайте суппорта мне. Из-за вас, козлов, у меня винарик херовый. Ну что, беру суппортов, а керри никчемные. Никита, это тебя тоже касается. О, Бристол Бог, ой-ой-ой, какие пики у них. Вот мне пик того пацана нравится. Потому что Чен хороший герой. У него много скиллов полезных. Нормально. Лич, ты тут? О, Элрич. Да. Как тебя зовут, блин, Элрич? Дима. Херон зовут. Дима! Дай-ка угадаю, а по-украински ты будешь Дмитро? Дмитро. Дмитро. Угу. Дмитро. Дмитро, шо такие? Ну, чуть-чуть мне не похож. Ты кишо. Опять слардары. Вот, смотри, есть западная и восточная Украина. Так вот, на восточной Украине у меня есть друг, который постоянно разговаривает на русском, а если пытается говорить на украинском, ну что-то такое получается, как у тебя. Как раз. Кстати, я только что... Я знаю то, что у хохлов есть буква Г и Г. Я люблю на это намекать, и чтобы они... Убирали эту букву Г, когда говорят по-русски. А как ты скажешь гамбургер? Гамбургер. Ну. Они будут говорить гамбургер. Гарбургер. Не-не-не, у нас как раз гамбургер, а не гамбургер. Так и говорить, блин, а то типа наша Г какой-то, блин. Со времен царей горох уже не используется. Не знаю, ты что-то путаешь. У нас почти одинаковые, сама мова почти одинаковая, то что у там вас, буква А, у вас буква, О, у вас буква... А и все, и знак то, что у вас вообще. У вас английская буква И заменяет Е и О, да, в некоторых случаях? Не. Как? У вас буква И это или... Бля. Но у вас есть английская такая буква И, типа, она заменяет Е да. Или О, да? Да. Ну вот, видишь, я в украинском-то разбирать, я мастер просто. Я преподаю вот этим сосункам украинский. Вот тигр никак не может выговорить букву Г. Но у меня до сих пор нету буквы Г. Ну, Виктор не знает. Виктор вообще картавит букву Ш. Что такое? Шо такие? Ну, Вика, попробуй. Вроде я там членом продолбил твой рот. Должно получиться. Ой, только... Там я не буду подобляться тигры, не буду говорить, кому ты долбил. Ты понял намек, да? На слово начинается на букву М. Матрешка. Да. Ну, матрешки это тоже обидно, потому что короче... нет тёлки, он может только матрешку. Ну так. Неплохо тебе, да? Домой пришел, разложил матрешки и получили. И все они рады. Так, у них пик жесткий, у нас вот. Так себе. Я не знаю, как мы будем корабелку убивать под Ченом, под Узлом. Тут, конечно... у них, скорее всего, трипла в харду идет. Чё там? Не-не-не, однозначно нет. Чен, чё? Ну, Чен просто в нашем лесу будет и всё. Не, они изи пойдут, ну, втроём. Там Чен будет в лесу выходить и помогать. Букву Г у нас нету, ёпт. Букву Г удаляем. Г. Быстро гамбургер, сказал. Как? Ты мне скажи, как тебя звать? Быстро гамбургер, без всяких слов, гамбургер. Как звать? Понятно, как звать?
Кого, меня? Бя. Лошара его местного. Вова, как по-вашему, Владке, Володке или как там? Петуху его зовут. Чё, я петушару нахуй тебе. Не, пацаны, у нас тигры скоро будут петушком, когда они там закажут себе домик в деревне, там у них будут голубые будни, голубые вечера. Петух, как знать? Они будут себе... Ой, Кирилл. Алхим Суппорт, инфосотка. Руби Кэрри, инфосотка. Мой Алхим, дай мне Алхима. Ты на мид идешь на баке. Нет, лимпит, у нас мидер же, Эл Рич. Да. Лимпит, ты на бресте в хард идешь. Я на бресте ни разу не играл, полегче. Замкните на нем играть, давай. Я попробую, давай мне попробую, первый раз. А мне дай Алхимика, хотя... А чё качать ты ему мне сейчас? Соплю? Или пассивочку? Нет. Соплю берешь только на один. Соплю на один. Второй и третий, соплю качаешь на седьмом левеле. Не, сейчас чё качнуть мне? Сейчас качаешь третий, второй, третий, второй, третий, второй. Третий, второй, третий, второй. Ну сейчас это третий, короче, качну. А хотя лучше второй. Бля, надо было кольцо купить, сука. Принесу потом. Не, просто соплю, я ведь смогу убегать. И, ну, если меня будут цеплять, я харкну в него, он замедлится. Да, только вот... Бля, как будет по-русски экран? Так и будет, да? Да. Экран. Ты на Западе проезжаешь? Все, теперь у нас спрашивает уже, блядь, что сказать. Да. Ты на Западе Украины живешь? Да. Ты бандеровец? Понятно, значит. Ты бандеровец? Нам тут по СМИ везде говорят, что кто живет на Западе, это те бандеровцы. Я вообще русских терпеть ненавидят, там вообще пиздец геноцид устраивают. Да если им всем вырвать надо. Ну, ребят, мы должны этого бутайдера вообще рвать. Вот вы мне дали варп, я даже его не могу поставить, и меня там сразу же вкусят, блядь. Твои проблемы, да. Ну нахуй скрылся в тумане, блядь. Там может лучше один саппорт пойдет на топ, с этим стоят, он если его поймает там, то... Его и так поймают. О, чурчень тут, слышите, у меня чечен, он ходит со смоками там осторожно. Дузл там варп. Уймите аккуратно, чтобы пак стоял, главное, все. Да пак на арбе есть. Я, короче, не мог вообще это... Он называется. Поставить туда вар, чтобы заблочить, и спаун. Пришлось вот такой дать. Не судите строго. Чё, бутерайдер вон, чё заебень. О! Фига, вообще так это по анимации атаки. Вроде замахнулся. Вроде нет. Брис, это бэк очень странный предмет. Вроде замахнулся, а вроде бы нет. Вика, идёт. С ДД дузл. Ну чина надо контролить по-любому, потому что сейчас там гарпи штормодил, и уже пока будет тяжело против гарпи штормодил и вот этой наслоечки бутирайдера. Дика, что ты делал сейчас? Как ты заебал дузл, нахуй ушел. Сейчас помог линию продвинуть, что ли, или че? Кушать собрался, блин. Ну а что делать, ты крипы видите, блядь. Если вы, конечно, откушаете, то окей. Гирич, отпичка слабенькая. А у меня второй этот физик дамаг. Тигры, может ты отводы будешь мутить? Нет, мои. Такой дэмэдж вообще, не знаю. Мои черты. Только гусей приманил таким дэмэджем, конечно. Давай сюда, мои. А ты чё, гусь разоржался, блядь? Молчай, гусь. Нашёл? Гусь. Гусь у тебя в штанах, на. Значит, ты у меня в штанах в итоге. Хорош! Лимит реально хорош, кстати. Правильный ответ. Такая женская логика, но такая же, как... Элли и Тигра, это правильная логика, кстати. Это правильная. Женская? Понятно. Нет, логика, которая... Для тебя женская — это правильная логика, для тебя. Для тебя женская — это правильная, Тигра, все, успокойся. У тебя две логики бывают. Либо женская, либо еврейская. Тише, гусь. Не сказал, где гусь-то. Не сказал, где гусь? Не путай, блядь. Молчай, гусь. Кто-то там хавает что-то, не поедет конфеты какие-то, блядь, что ли. Угу. Ты обычно говно хаваешь. Ой, тигра сразу агрится начал, чё ты? Ну, он типа, пытается пошутить, его просто самооценка была унижена тем, что я сказал, что у меня в штанах торчит.
заканчивать, поэтому... И надо хоть как-то подняться. До плинтуса хотя бы, блядь. Зачем удар-то был, а? Что за хуета, ёб? Сладар, полегче, так и убить. Чё, там лес не выдаст ещё? Щенюху. Надо встретить где-нибудь. Ой-ой-ой, что так? Не то. Зачем ты бьёшь крипов? Я не бью крипов. Пацаны, вы стоите против одного... А, подождите, баншамит. Суппорты, там, наверное, наша. Я часть крипов только... Постакивайте мне... Не, знаете, что надо? Чтобы суппорты сходили в смоке за гагль лес. Да, я помогу. Потому что чейном просто фрифармить нельзя. Можно крабелку пойти загангать вообще. Таким да. Сейчас давай добавим. Кроба у вас. Слышите? Кроба у вас. Профессор. Хуй поймешь куда, так что я не знаю. Он же на не то, на то. На то пошла, не вижу. Пойдем, смог, сай. Ура. Ты реально хочешь с этой стороны заходить? Ура! СС Бэтрайдер. Давай, давай, обойдём с этой стороны. Бля, ДД на боте, ребят! Блять, пускай она забирает, а сейчас пистолет всё равно получит. Только так, бежать скоро. Сюда прячемся. Идите, идите, как, что делаем? Или идём в лес, или... Мне не полить, ну типа, брать на себя и сманить. Пропали. Блять, вы надеюсь не спалились там? Давай, давай, давай. Не. СС, Дазл, СС, Вардар. Бэтрайдер, СС, еще раз повторяю. Давай, иди сразу ко мне сюда, слышишь? Вернулся Бэтрайдер. Идем, идем, идем. Вот, смотри, кто тут. Она не пойдет, пробилка. Уходим отсюда. Вардар, Дазл, СС. Что-то у меня дежавю какой-то. Было, приснилось что ли? Вон она что-то стоит. На миде поймаем? Ну можно попробовать, выходи, стой спокойно. Оно все, она уходит. Выходи, стой, сфарми спокойно. Не надо. Ты иди сюда, стой, жди. Пытай ты расслабился, можно так, его... Там варт стоит, ну поливай где-то варт стоит, у них там оружие. Внизу скорее всего стоит у них варт. На топе тоже я думал, потому что руну забирала сразу. Ну нету, я поставил. Давай попробуем выпустить. Вот она стоит, никуда не ушла. Сейчас еще один криви будет уйти. Себал, смотри, ваш стоит. Там на ХГ, наверное, Вик. Че там, Никита, нормально все? Пойдем на... Он меня осакивает еще один. Давай, задавай, там делай спаун, Вик, чтобы там спаун. Не здесь. Дуза в СС. Блин, я здесь уже не успеваю. Бутирайдер где? А, вон Чечен где. Здорово, брату. Здорово. Бутирайдер СС. Как у тебя не получилось-то, вау? Потому что не получилось. Пацаны, стакайте еще этих других крипов. Стараюсь. Так, рабелка идет куда-то. А, за регеном. Ульта есть? Да я пастрадик сделаю. Пастрадик? Ну. А если пристал бэку? Я прикалываюсь. Пастрапир. Никита, ты лучше будешь, знаешь, куда сбросить. СС Чечен. Китаста, если я привезу себе крипов стак, и Ника. Крипов стак. Везу. Куру не трогайте. Типа, тебя смоков. Бля, ну ладно, забирай куру. И у тебя смоков не осталось? Нет. Давай сейчас, короче, я себе привезу сейчас смоков. Там гроба ушла, наверное. Ну что идет? И кура пройдет, нет? Подожди, ну, маленько, подожди маленько, господи. Ты ими даст, блядь, горит, ты понимаешь? Да понимаешь, что на курице вернуться? Там метр, блядь. Ничего не случится с твоим медасом. Как это? Вард пропал на топе, так что аккуратней гроба могла уйти, а нету. Блин. Че сварить ПТ-шку или тапок оставить варить ВГ? Никита, готовься. ВГ, потом ПТ-шку. Никита, курицу забери. Иди ставь варды. Давай смог, сразу поставим варды. Куда пушить, ребятки? Ребятки, можно пушить? Че можно? Пушить. Грипп опять пушить просто.
кушать. Здесь сейчас стак будет. Один делаем, иди туда, стак один делаем, идем. Сейчас не успею, наверное. Успеешь. А смог есть? Есть смог? Блядь, МП подожди, ни хера заблочь, нету. Не заблочили спауны. Не подходи к нам. Где чечен? Вот, тут трипл стак, Никита, и тут трипл стак. Я сейчас подойду, может, бетрайдера поймаю. Давай, кстати, бетрайдера реально поймаю, там пак есть с ультой. Да, все, забираем спокойно, он стоит. Забираем. Забрали, блядь. Ну чего так спалились? А ты чего сразу жворд-то не кинул? Че, блядь? Там разница у Слардара блинк. Что у Слардара? Блинк. Блин, да. У меня тапок блинк и все, больше чего нет. Ребят, давайте вы не будете стоять четвером на лайне. Не получилось, ушли, все. Че стоять? Смотри, иди стаки забирай свои. Сейчас пойду заберу. Мы пошли на мидган, говорит. Иди, вставай на линию, пак спокойно. Мы пойдем попозже. Все, прилетели, иди, вставай там здесь. Сейчас экспу не кинь. Опа, у меня дазл улетает куда-то и прилетает другой какой-то перс. Может, домайн тогда пробуй, если не получилось. Смог, встаньте здесь и отведите крипов. Крипов отведите сейчас. Ко мне, уёбище, блядь. Так, ушли все отсюда, ушли в разные стороны все. Ну-ка, ко мне, ушли. Ну-ну. Сейчас, короче, я этот лайн откушу. Вот получилось уже. Я на лайн выйду, Никита, все. Я уже откушу, что крипы уже прошли. Да ты понимаешь, что хуйню и страдаем полную вообще? Никита, ты сам уже не знаешь, что ты хочешь. Ты или хочешь фармить, или ты хочешь пушить, блядь. Мама, я стык пушу. Ты уже печень. Профит тебе ушла. Вижн, дайте кто-нибудь на 2 стака. Профетка ушла. Профетка ушла, как ты вижн, блядь. Мама, я стык пушу. Фарми здесь. Нет, да, лучше там сначала, там. А чё у нас Алхим 3-го левела? А, он у нас суппорт. Профитка тут. Давай, давай, давай. Сейчас я тучку еще подгоню. Хера вы, блядь, сейчас смотрите, ну. Повышаем инвестиции, повышаем инвестиции. Слушайте, отойдите сейчас, тут во всех ходукинами перехерачат. Стреляйте, блядь, всех. Мне хилочку нужно. Мне тоже нужно. Ты на базу сходишь потом. У меня СС, Лордар и Дазл. Тучку кинуть, нет? Че там пак? Короче, борды пропали, они не ставят новых. Да, золотая. Там на то профитка пошла. Не, мы вернулась. Иди на базу. Я на лайне отхиляюсь. Ты мне дай мне лучше пангусиков, я на там Слардар с блинком, слышь, какой отхиляешься на лайне. На базу иди, у тебя 80 хп. Я отхиляюсь, блядь, на лайне, дай тангусиков. Ой-ой-ой, у меня тут веселуха, тройная веселуха, блядь. Пошел нахуй. Ой, бетрайдер еще. Я лечу. Ну все, он лечит. Нет, тут еще и чечены, блядь. Пизда. Ну все, ну хотя заберешь. А, ты не пак. Ну это жесть, конечно, не захерачивай. Варды нужно. Больше вардов. Один вард вообще неприемлемо. В этой каточке варды не в КД, что за хрень? КД. Что ты? Что делаем? Я не знаю. У тебя маны не хватит. У тебя маны мало. Да. Тебя не хватит. У меня стики есть. Ну давайте. Все, фуги. Ебать, что это нахуй? Сначала ульт можно. Дал бы Так, рабелка бежит аккуратно там. Если до базы добежите, то кину стан. Я иду на базу. До базы, видимо, добежит только Рубик один. Блять, стандарт байбэк сделал. Крабу. На штука, на штука. Ульте, нормально, сука, чена, блядь. Чена, чена, чена. Да вы сопель, приступлен ее. Давай, блять, блять, блять. Поцыки, поцыки, поцыки. Ай! ТП, стейп, стейп, ТП на низ. ТП, быстро, на низ. Нет там. Есть. Все, он не пошел, не пошел за нормально. Че, и стакнусь. Не пиздец. А че, прикольный такой приступ, бак. Херачите. Ой, да ладно. Приступок. Так я же первый раз играю. Да при пошел ты нахуй, у меня ВГ есть. И ломайте, наверное, башню наверху. Зачем тебе ломать ее? Стой спокойно, дальше продолжай. И Никите так же точно, блядь. Выфармливайте больше не хватит. Ну там, знаешь, ли. Так, что там еще Бристу собирает? Радик, да? Нет. Не-не-не-не, не Радик, какой Радик? Меку, Меку делай. Меку не делай. Что делать? Стайлинг делай. Арчит.
Кого? Да. Арчит. Он просто поймает кого-то, арчит, и он ничего не может сделать, не уходит и убирает. Кирасу, может Кирасу? Кирасу, конечно. Кирасу и арчит. Сделай арчит. Ну послушай меня, тебе мало постоянно не будет хватать, если будешь юзать. Нет, на похеру на ману. В цемах похеру на ману. Есть кому ману давать в цему. У вас, если будет Рубик с арканами, он будет ему давать МП постоянно. Ну, блядь. У него есть позилка, это похер. Одной арканы на тему не хватит. Нормально, нормально. Короче, собери себе, это как называется. Ну пусть Пак еще купит арканы, короче. Нужно Тараску, этот, БКБ, ой, блядь, Тараску, блядь, ребра, Шиву и что-нибудь такое еще. Короче, тупо в защиту и ХП, все. Я вообще в ХП сразу же соберусь там, потому что, блядь, защита и так у меня идет в минус, а. Ну, Слардар у них лалка, кстати. Он пришел, отдался мне в соло. Ну, даже если ты соберешь Кирасу, то пассивка-то будет для всех. Кираса это норм, вообще. Не, ну просто смотри, я только Банши различусь, нахуй. Там Бутирайдер меня утащит. Мне нужно в ХП сейчас выйти. Как и в худы какие-нибудь, блядь. Слышь? Да, давай делай куту в даши. Ну, пай, короче. Пайпуху, то... Не, пайпуху нет смысла. Ну, там, там огонь, там подхил Дазла, там Слардар стан. Там нюков много. Слардар стан физатака. Плюс у Чена там есть максимум, может дамажить 400 он чистого урона, блядь. Там банша с обдувалочками. Ну смотри, короче, если ты соберешь тайлинг, то ты кидаешь или на Дазла, или на Чена, и его просто сразу убивают. Нахуй меня он Вика, он... Авик, сейчас останавливайся уже перед эншентами, я подбегу сейчас смока, пойдем Чечена убьем в лесу еще. Сейчас так эншентов сделаю. Какой Чечен? А, никого давай. Нет на лайне. Я тогда сейчас куда? Я обойду тогда. Пацаны, что за выход? А чем мы ждем? Ну попросил Чен подождать что-то. А, да, точно. Виктор, я за стороны лавки обойду, короче, чтобы не заблудить. Что, конечно, пойдем убьем Чечена. Чечена. Они португальцы. Чечен-то? Я же посмотрел, я тоже думал, что они русские, а не португальцы. Por favor. Si, vou fazer, vou escutar, prepara. Я свой, пацаны. Им долго. Ой, блин. How long? Сейчас я их быстрым подговорю, и сейчас даже сейчас не ливну. Чё-то скучно. Кто-то чавкает. Можешь ливнуть? И что? Обычно этим нас Анубис время занимался, чавкал, блядь. Анубис, блядь, вообще уёбок, блядь. Ну всё, теперь он в армии. Пропал, да, в армии. Или, как я говорил. Завалили его. Он снял квартиру себе. Не, Фрай сказал... И стал супергероем. Фрай сказал, его, скорее всего, просто уже нашли по интернету. И охуярили его, просто болезнь. За что? Ну, за лупаста, пиздец, дохуя. Как тигр. Возможно. Но я еще не приехал, пока тигр. Никита такой, возможно, да, сразу. Ну, на самом-то деле мудак какой-то, да? Да он нет, он нормальный пацан, только сыцы да глухой, блядь. Так-то, блядь. Только что он? Сыцы да глухой, да. Пацан вроде неплохой, только сыцы. Тигр, давай не по-хохляцки еще раз. Только сыцы да глухой, я не понимаю смысла этой фразы. Ну, блядь, ну, типа это... он обоссанный и глухой. Это менталитетная такая фраза достаточно. Бля, выучил новое слово менталитет, сука, рот закрой, говори нормально. Нормально, блядь. Но уебываются просто. Ясно. Как лимпит, короче. Я тебе уже говорил, Кита, переводи, что он там базарит на. Он говорит, базарит, чтобы ты кинул тысячи мне на кинул. Слодар лимпиду зайчику дал, что-то там зубы поубивал. Слодар АФК. Ну-ка посмотрим на Бристол Бека. 3D. Опа. Такой хачик. Сейчас был. Вот смотри сейчас на Бристол Бека, посмотрите, он присел походу. По большому хоть. Татаром нахуй, да. Он такой присел, да пенек сел, он косаря дал. Тигр, я тебя найду в вашем домике, счастье. Где будет голубица?
Бля. Сейчас, ребят. Окей. Секундочку. Короче, не отжимайте, я тоже отойду. Да, я тоже. Все ушли просто. Добрый. На топе, блядь. Не, ну куда? Там есть черный клип, не падает. Покушена башня больше, чем у него, блядь. Кстати, не... Вы лошаетесь, если вы едете? Нихера себе, там упешат. По хохлядке. А? Язык... Чё-то... Хохлый язык зашкаливает просто. Слышь, Никит, 5.2.во, слышал озвучку? Ну. Ну, да, это было открыто, что там в дворе было открытие? На балкон? Вы мне скажите, что разрушает судьба? А что вы это уважаете? Да не, я пытаю. Ну чё там? О боже, что с алхимиком. Он под коксом, походу. Что такое? Запусти на алхимика в 3D. Такой узбагойди. Узбагойди, Диня. Узбагойди. Губу еще потяну ему куда-то кверху. Он просто курю, детский не взять как. У него зайчик губа. Тига, ну чё, смотри, ты ж 40 лет, я. Гоу! Нормально так вообще. Слышите, паузу отжали, если чё. Мига не пришел ещё. Я Мика здесь! Да, за... всё, гоу. Ой, тигр, боже, чё он там в уши долбится, что ли, блядь? Прочить их динамитом, да ладно. Чё ты там гинишь, нахуй? Внизу иллюзия. Ты чё задуваешь меч? Сейчас тоже задую, на. Вон отсюда. А... моя первая вот эта сопля, она, по-моему, ещё увеличивает дамаг, да? Да. Иди сюда. Не, увеличивает на минус армор делает. Да-да-да. О, чечен, вон, где, видишь, Вик? На лайн пошел. Мы сейчас его сзади примем, не видел, да? Банша на топе была, но топе банша. Пацаны просто тайминково укрепили здание. Лимпи. Ой, вижу цель, банша. Не вижу препятствий. О, вон он. Вижу, пошел. Вижу, вижу. Опа, плюшечка. Опа, о, как хорошо. Опа, еще сопля. Блин, ты сука хуй. Блядь, не, Лимпи, не в ту сторону. А так, я тут уже на других полетел. Отходим. Стан через 4 секунды. Ой, блядь, как... мне это как больно. Может, уйдем? Соплю повешу. Блинк собью. Вон. Ты, сука. Убиваем их, ты чё? Кого там? Вон, Сладар ещё. Бля, МПшки не... Да, сука, ты заебал. Сладар, курицу чуть не слили, Вася. Ой, молодец. Чуть не слили, чуть не слили. Мана нет, мана нет. Бля, я сейчас умру. Да, хелп, хелп. Фак. А чё, корабелка? Пошли за корабелкой. Да все, ты один, ты чё? Да. Отходим, бак. Вообще рвай. Бак, отходим. Блин, эти баншаты, или как вот эти ведьмочки, Триксы, блядь, летают, заебли нам. Триксы? А, да. Винкс смотришь, да? Да. Я фанат Винкс, у меня обои, вот фотообои там у них Винкс. Там вот это, как там, шельма. Там шельма такая вся выходит. Че, будем дальше? Да. Ломать их сверху. Да. Такие нон-стоп замесы на топе к хорошему не приводит. Почему? Ману все. Давай ломаем. Давай, тоже согласен. На Firefly. Сейчас у нас бар. Обостроится там уже сверху. На базу что ли, да. Сейчас просто забираем и все крипов по тучке бегом на. О, разводим ТП и уходим на. Давай, давай, не-не-не, сейчас ты это, короче, инициируй. Ага, я сейчас сыр чувствую. Байте, байте, байте. Оп, гоп, стоп, мы подошли из угла, все, уходим к ошибке. А я бацал вам. На сука, на сука. А давай на зло откусим. Ну гоу, я уже кусаю его. На нахуй. Что он делает? Ебали эти... О, блин, такой стилер, я отвечаю ему. Маны дал. Так, через... Что хуйня опять? Не понимаешь, что там. У них дизмораль по всей команде пошла. Пацаны, я с нами на топ. Бейси, это с нами, блядь, только что затопешился. Кому ты нужен? Я говорю, с вами, пацаны.
Никита, что он говорит, не понимаю. Телефон. Через 3 секунды будет стан. Все, я им объяснил то, что мы её ждать не собираемся. Мне подсвечивают. Ой, ребята! Блять, заебал этот солен, смотри. Ой, меня заперли. Ой, деревья выросли, меня заперли, уходим. Вику убили. Кажется, сам для себя в таких ситуациях. Нахуй будет. Никита, давай с разворота попробуй. Не-не-не, только не минус армор. Ульту кидай. Никита, он под салом. I believe I can fly. Давай, блядь. Пак с ультой сейчас едет. Никита, пошел быстро догонять. У Пака нет. Кидай ульт. Есть у меня ульт. Пак, ульт. Сайленс. Все, минус 2. Блядь, все повторять там надо. Сука. Да что? Чего не убили, когда белки? Ботцы в рот. Не знаю. Да сука, Сайленс. Захилялась просто. Соприки-то где? Сайленс. Не пить соприки, да, Лень, это минус армон дикий там вообще. Сука, блять. Свинятина. Вон, зачем? Дальше, дальше. Аварийная посадка. Блять, грипы вон. Не-не-не, я уйду. Все хорошо, хорошо, хорош, добегал. Просто кидай, сопли кидай. Дойдем, что ты очкуешь. Не бить, ты что-то густь вообще заклявый. Все, уходим. Соплю, соплю, соплю. Кинь хотя бы соплю. Нет, уходим. Да ну что за... Да нахуй, блядь! Нахуй мы вдвоих на троих под тауэр идем. Там тигры еще... Там изи убили бы все. Да тигры там еще подпюздывают. Вот смотрите, конвейер Virtus.pro, здравствуйте. Сейчас блин, садлина. Натуре, конвейер не нужен. Лимпит, уходи, кидай его. Может поступить, а? То есть, сука, вот это, блядь, слишком на... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, спинку, бейте спинку. Только в спинку. Блядь, да что ж ты, сука, блядь! Вот ты стой, Сладару, спинку, говорит, бейте. Да тебя вообще дыры поимели там, вдоль той сладар. И в спинку, и под мышку, блядь. Иди лизни розетку, пидор, на. Лизнение между пальцев ног, нахуй, понял? Между пальцев. Между клешней ног, может. А не, лучше клешней рук. Хуйца сосни нас сначала. Че, мы топ-тефать не будем, да? Надо, по идее. Да там, походу, его сливают, блядь. Отлично. Краба отлично там. Чё краба отлично? Краба все хуёво. Пак фитой. Блять, мы башню проебали. Тигра, чё, твою работу пиздит пак. Ой. Сука, стань, чё не зарядил ему, ёп. Бурк, чё ты законченный так? Нахуй ты у меня посрался там. Конченная баба, на. Борщи вари. Ой-ой-ой, лимпит, амит гол. Го-го-го-го-го. Банку сейчас давай, закастовывай. Будешь реноцировать, блядь, байте на тебя. Банку закастовывай. Да пошел ты. Да я тебя спасу, инфосоцка. Сука, дерьмана. Я ж тебя вытащу, блядь. Фасоцка. Давай, парень. Все с трубочкой скрути, засунь в одно место. О, Слардар, Слардар, давай-давай, Слардар. Вот, цель. Вот. Отойди, Пак, отойди, отойди, Пак! Блять. Че, давай Сладара поимеем, на самом деле. Иди, давай банку накатывай. Ты зарано отвел. Ты зарано отвел. Я не рано отвел, вовремя отвел. Там на 55 секунде надо. Вот этих лет. Там нужно на 55. Ну, а ты отвел на какой? На 54. Где вроги? Вроги где? Где вроги эти все? Ворды нужны нам. Видимо. Ворды нам нужны. Я не вижу врогов. Поймать? Пока был банишей, это все. Край. Поймать или не поймать? Поймать или не поймать? Ребята. И, кстати, Паку на будущее тебе не стоит собирать арканы. Ну, бля. А если я возвраточку сейчас варю, норм будет? Да, норм. Банишей тебя просто с трех свормов бьет. Никита, мы без тебя вообще никак не сможем подраться. Ну так, ой, блин, он на... Что это за крест? Видели этот крест? Да-да-да. Дайте, да, я украду. Да. Куда ты пошел? Кого нет? О, пошел пацан. Так, Сладар, объем. Ой-ой-ой, меня зацепили, меня цепанули, меня цепанули. Я тоже крест не успел никому дать. Спинку, спинку! Никит, Ченый дазл, Ченый дазл. А-а-а! Ты пробел купишь. Давай. Сюда ушла. Стилеры, блять, бристлбока все по стилю, нахуй. Не догоняй. Вот он, да, чё ты не догонишь, она дура развернулась. Я обхожу ещё, ёпта.
Нормально там. А, там и душу гонится просто. Валите оттуда, валите! Все, подветку я убил. Лучше бы ты убил ты, конечно. Жесть, я не могу танчить, мне минус армор кидает, я сразу же умираю просто. Но я выжил все. Потому что грейв тебе дали. Да, Дазл промахнулся, блин, на меня повесил. Ну я тебе дал грейв, дебил. Я понял, я. Да заебал ты. Не-не-не, уходи. Заебал ты, сука, ты чё, ну? Ой, кто-то сейчас приедет. Руна там на 20-й минуте какая была. Я забрал её. Куда ты пошел, тигра? Тигр ЗТ-3. Все, ты приехал. Фирменный тигр ЗТ-3. У меня была миссия, да. Ну ты хоть... Я ее сделал. Тигр, ну ты хоть в смоках иди, ну... Хуя в смоках, если начина прям вышла. Хуя в смоках. А, Паква. У них здесь варды есть, нет? Где стоят? У них есть один вард где-то, один. Всего ну один. Ты вардите, суппорт, это вардите, что за... У меня барабанчики почти. Заебись, вот значит. Смотри, просто чувика кто собрал, не покупает, да, варды, кто не покупает варды, называют. Они сразу же всплывают. Полк на базе кинул, тигра. Тигр, такая шапка, подбери его, на базе кинул. Собаки. Даже тигр понял, что к нему относится как к собаке, блядь. Иди, блядь, сядь нахуй, морды в унитаз на. Кверху ногами. Ой-ой-ой-ой, нихера себе, слушай, а чё он так быстро сбривает? Пошмандовка. У меня есть ульта, слышал такого? Дебил, я имею в виду, что ульта сильно жрет. Ну чё, 15-й, что? А, да, 15-й уровень. Нихуёво так достаточно. Видал? Какой прокачивай. Поздно, да? БКБ ты пау. Тавр-то добей, тавр-то добей. А чё, давай убьем его, Никит. Блять, стоп, 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 стоп. Иди опять фарми, попробуй. Потому что Сладара там не видно нигде пока. Пошли чеченам попробуем найти. Сейчас спалишься на. Банш к вам выходит. Никита, банша идет. А там с блинком этот, блин, там два блинка. Бутер. Все, вот. Пиздец, у них здесь вар стоит, значит. Я не говорю, о чем говорю. Блять. Мы заберем, давай заберем их. Кого там заберешь-то? Ага? Отойди, отходите к нам пути. Хотя бы, отходи к нам, ты куда ты? ТП аут. Я не убояться, но. Я не перестраиваюсь, там разные стороны сразу, давай себе бежать на. Еще бы. Под ультой стоят, блядь, чё. Так они даже не под ульты еще начали только себя отбегать. Только тигры бы залиш... на лишаке. Они до ульты начали. Ой-ой-ой, уходим. Пак, ты чё? Пак, приехал. Вот туда иди. Смотрите. Белка забрала, наверное. Смотрите, мега развод. Тру развод. О боже, а дагер-то, ты что, что ты какой? Сладар идет за тобой, аккуратно. Пак. Да мы изи сейчас раскатываем. Пак. Добрый. Сладар где-то бежит там за тобой. Нимпит, иди, а, нет, Нимпит, Виктор, иди сюда. Я иду. Бей, бей, бей. Кого бей? Почему ты боишься, блин? Вот тут вард у них, слышишь, у них тут вард. Нимпит, ой, Викторе. У них тут вард, у них тут вард стоит, слышал, Хима, они тебя видели. Я знаю, что они меня видели, но я боюсь, поэтому. Чечен обходит сзади. Ау, гирокоптер. Уходим или чё? Я не знаю, зачем вы делёте сейчас. Что за пиздюлять, я думаю, пиздюку. Убили стандарта, всё норм, хватит. Блять, пизда мне на. Чё же? Пизда, вообще, просто прикинь, это что за читерство такое беспонтовое, на. Ой. Просто ульта, и я за 2,5 секунды отлетаю, на полторы тысячи. Больный пит, нам не по пути. Даже ТП не дали сделать.
Раздаем ульта, у нее жесткая часть. Да говорю же, гирокоптер почему не с нами ходит? У нее МКБ, блять, БКБ. Не, я пофармлю. Действительно, ну. Никита, блядь, что такое? Вы зачем идете драться, блядь? Вот, вы зачем идете драться? У парня БКБ, МКБ доминатор, 17 левел. Никита, понимаешь, так еще два таких замеса-то проебешь просто, и потом никуда не сделаешь. Я про то говорю, что вы развели друг друга. А мы тебе говорим тебе про то, что, блядь, надо драться. Мы тебе говорим, иди с нами, мы всех выебем, и все снесем по фасту, закончим, ёп, и нексу. Погнали, ладно. Тебе просто нравится фармить, вот и все. Вон туда зашли, туда. В Ашане они, да. Ашане. Варт у них тут стоит. Они в Ашан зашли. Вика, там вар стоит, давай попробуем сбей. Стандар бежит. Вот. Нужно вместе идти. Идем. Сейчас мы и так справимся. Я только что возродился, может подождете? Отлично справились. Никита, пошел. Не понял. Вижен, вижен, нужен вижен. Он там, ворды. Вон, дазл. Так, я что, один что сюда? Стандар сзади, стандар сзади. Ребята, сюда, на горку поднимитесь, ёб вашу мать. Пиздец, они солдат убивали, вот такие. Я минус армор, минус 26. Уходим, уходим. Так, Рубик, там сейчас убьем их, если что-то очкуешь. Ты. Я иду. Я иду. Я иду. Вика, ты что-то гонишь? Я почти дошел. Выстрел. Выстрел. Бой, тресь, плесь. Миссинг, заряжай него. Еще один, торпеду на. Нижнюю торпеду. И все, и на Рошу. Почешите мне спинку, да. Блядь. Я топ от дефаю. Рошу убивайте. Сейчас товар пушим, Рошу. Че выпили, да штука стоит на... Погнали, Рошу, похуй, что убили. Ой, слышите, я под просвет, просвет к нему вот этого слардарочка. Поэтому я не могу с вами нарошу. Вы без меня пока начнете, сейчас я подойду. Я тебе медас уже продал. Назад, давай на это идем. Все, у меня медас закончился, и духом. Мне кажется, пизды такой стоит. Вы тут вар спизды вражеский. Нет. Виктор, я так его не сбил, я 20 раз, я ему слепался показывать уже. Ой, я встали. Уходим или сейчас? Да, ну да, я же давно говорил. Там ясно было, что сразу надо было отойти. Да пиздос, блять, просто забривает ультана. Я, брат, тоже. У меня вечно 2000. Это вообще не очень. У меня вечно 2000, я не могу никак докатить до Тараску. Да, Тараску. Поняла. Я ими даст просто сразу. Ну так я же говорю, давай, конечно, сейчас пофармим еще, куда вы лезете, блять. Он почему тут это, блядь? Бегать. Потому что надо было всем идти туда. Да потому что ты до этого фармил полгода, блядь. Вот поэтому а при чем тут это? Ну, сейчас я выстрел на этом, все, погнали драться. Да не лохи, корабелки не нужно отдавать, ай. Кому еще? У них корабелка всю работу делает. Лордар фармил. Всю работу? У него еще твой экзорцизм, что ли, будет? Не, ну, рефрешер сейчас будет, допустим, если будет. Не, нормально, она шиву варит. А чин тут вообще тут что-то... зря вообще, по-моему. Да не, нормально. Не, чин что-то вообще. Это что это было? Чин вообще хорош. Это я ТП-шку стырил, я его ТП-шну пак дом. Пак ТП-шн домой? Да. Хорош. И чена добил. А ведь это приручалка, я, короче, сейчас крипов себе сделаю и буду как чен. А нет, это не. Это отправилка на базу. Да, да, да. Блин. Беда. Минус пак, смотри, да. Хир это TP делай. Test of fight. А почему он не дамажит? Потому что. Тихо-тихо, пак, аккуратно. Кстати, сука, я соберу эти блядские на. Тараски. И или всякие. Тараски! Ой. Не забываем путешествие на базу. Нет, стой, сука! С твоими приколами да прикалываешься на самом деле.
Привет, из пизды дам, за школой. Где купить мог, зайдем, дай поймаем. Там вот это, этот, бутирайдер, блин, канулся. Да не, опасно, они там все вместе. Вот там. Не вариант. А что мне не до хекса немного осталось? До чего? До хекса. Мне показалось сердце. У меня прихватило сердце. Настолько плотная катка. Да блин, ты, сука. Ты ебанутый, что ли, или чё? А? Не скажи. По-моему, еблан просто кончился. Да. Отбитый нагло. Видишь, ты даже сам лучше меня слово подавал. Все обозвать. Зебись. Да, я молодец. Оп-оп, как-то хасти не селся. А это мину хастит она так. О! Тут пехота бежит, смотри. У неё Шива, у Банши Шива. Вот он с ружьём бежит. У Банши Шива. Что это? Какой? Нахуй! Нахер ты ультанул? Боже. Сука, я всё равно мразь убью его. Пак, нахер ж ты ультанул? Я иду, ждите меня. Да пей, Никита. Я въебался в курс, всё. Да я тебе крейт там, что ты? Потому что вы зря, блядь, так вот растянули. Не пить, давай. Ой. Оба-на. YYF. Ебло банку получил. Видишь, они застали. Блядь, у меня была почти что меня какого хуя. Что, скребёлки делать? Я реально не знаю. Просто не зачем Пак ультанул в одного дазла? Вообще я не понимаю, просто. Еще раз. Ульт в одного дазла, зачем это? Чтобы поймать и убить Ньюскрест. Нахуй. Это вообще хрень собачья. Они хуя глиф-то, блядь, они так башню эту заберут, хуя глиф прожимать. Во-во. Вот на это лучше бы прожали, сейчас все не полезут. А, они, наверное, полезут. Нет. Не полезут, зачем? Как-то без анимации Бристобок херачит, только замахнулся, а уже точка прошла, что-то. Багнутый какой-то перс. Тут кто-то сидел. Ну сейчас у него ульты нет, я не понимаю, что они там выебывают, их можно ебануть там вообще, Никита, ты где? Там есть бэтрайдер, который цепляет мне, но у меня минус армора. А, Никита у нас умираю. Опять, смотри, Никита у нас помирашка, на. Предпуша. Пак, что ли? Нам пиздит, зато сам всякую хуйню чудит. Смотри, у меня есть, я могу поймать просто бэтрайдер показать, пока идет. Вот, смотрите. Мне кажется, меня ульт не повесил. Ну, давай, похуй. Ну, опять ульта. Она чё, пошла на... Стоплю, ребят, я её стоплю. Откуда у меня опять-то, блядь, ульта? Я ничего не понимаю. О, куда-то загулял пацан. Валите, ну у него ульта, ну, ребят. Аккуратно его под дазлом. У вас ещё ульта дазлом, сейчас сдохнет у всех. Блядь, Чен улетает. Ой, Чен. Нет, всё, у меня улетело. Водопак тоже не улетает. Ой, лалка! Да всё равно. Блядь, чё так больно-то? Вообще, мы даже ничего не дамажили, что ли? Только бутрайдер. Пиздец. Никита, я тебе помнишь, говорил? Вот еще несколько незамесов, и будет пиздец. Ты пошел дальше фармить. Время ульты ее драться. Ты пошел дальше фармить. Молодец, дофармился. Ой-ой-ой. Спасайте меня, у меня три куска бабла на руках. Почему? Попробуй добежать. Сейчас мега дом. Раз. Давай, за слодаром. Я так за ним бежаю, вы чё? Плах. Пчаны, next group, пикните мне инвокера, я давно на нем не играю. Драться будем? Да. А может не надо, я сейчас риверсе притащу, и подерёмся. Ребята, бэк. Зачем так ПХП изжать, ну, засветите кого-нибудь. Да всё, успокойтесь. Говорю. О, Крабелка, ничего не успокойся, поднять и опустить. Чинуйте на базу, одни летуны просто. Зачем так изжать? Мне тауэр денайдить. Так, там бутирайдер ещё. Да куда тебе лезешь, ну тигра, блядь!
Тауэр Денади, 44 хп там у него есть еще. Денади, короче. Заколебали. Ты для такого? Да все, не лезем, можете успокоиться, все, фармите, блядь. Опять фармить? Как тебе перефармить, чтобы ты не собрал, тебя убивать будут все равно потом. Почему такой дебил ты, блядь? Сатаник он соберет, но не убьет. Растягивают. Да тебе не поможет, не убьет сатаник. Ребятушки, БКБ сейчас поможет. Тебе ничего не поможет, не помогает от экзорцизма БКБ тебе вообще никак. Да сатаник он сварит, будет отхиливаться, что ты, блядь, ноешь. Да не будет он отхиливаться, там просто 1.5 секунды, если, блядь, 1500 хп сбривает за 2.5 секунды. У него будет ри... Есть что, станет собираться через ривер, значит у него уже... Он две бабочки до раску соберет, его будет с экзорцизма так убирать. А значит, если тоже Тараску свою бустон соберет, тоже заебется и убивать то. Тем более там есть чен, еще и крест есть на. Никак. Ну я говорю, что у них пик жесткий, конечно. Ты имба, блядь. Не, если бы висп, то это имба. А что пак делает там? Если еще и висп, то это вообще пиздец. Нам нужны маза fucking wards. На базе. Пиздец, на базе. Виктор, ты понимаешь, что ты сам всякую хуйню потом купил, которую ты даже в заметках нигде не видел, что ты ее что-то юзал там. Нам ю нужен. Поднимать. Кстати, всякую, да, вот плешь. Ебу, блядь, как корабел какую-то беспонтовую сразу гонять куда-нибудь. Да не, надо всяких, да, надо дазлов всяких, надо... Пока она не раздавалась, имеется в виду, скостой пока дазлов. Что стал. Да не, она кустует заранее, надо дазлов цеплять всяких, чтобы они ни хилки не давали, ничего вот этого. Слышь, осторожно. Так, мы с базы... Вардар, там Вардар, валим. Там бутерайзер должен быть. Варды. Вижена 0 вообще, Вижена 0. Ну, да я не на суппорта, Вижена 0 сразу же, блядь. Да, конечно. Не иду же. Что это? Спорты не дорабатывают. Они в КТ. Смотри, больше. Шоп, они в КТ. Там поставил только что тут два. Сейчас разбил. Пиздец. Да не поможет, убеги нахуй отсюда. Вот было бы сами, давали бы сразу на дазла, и он бы ничего не мог сделать. Слышишь, ты че не стыришь как там, Эргард? Короче, ульту банши, ты че не пиздишь? Экзорцизм или как там у него? Экзорцизм, вот. Потому что до этого я уже беру скиллы на другие. Ну так, о. Ты цепляй. Нужные скиллы пизди, типа чен... Цепляй? Отхилку чена. Ой, зря походу. Чена за хуярники-то сразу же. Ой-ой-ой, Вардар. Меня убили сразу. Меня тоже, просто минус армор. А ты че не спиздил, нет хоть? Я экзорцизм брал. Вот же все, Никита. Тебя на всех все равно не хватает. Потому что Пак боялся. Пак не дал ни первый, ни второй скилл. Блять. Он боялся, стоял. Опа, ну, подловил. Заберите, блядь, Слардара, ну Слардара, заберите, Пак, что ты, блядь, делаешь? Ребят, у меня, короче, проблема. Нужно, чтобы кто-то вынуждал Слардара повесить. Нихера себе! Тут-то вообще мне не понравилось, нахуй. Три удара, нахуй. Пачаны, слышите? Бац. Бац. На меня вешает ульту. Все со станом. Блядский урод, я сказал, тварь, ну замолкни нахуй. Это, ты чё хуй сосишь, ты привет пизду? Говноед ебаный, на. Всё, на киви жду деньги. Ну всё, Пак тоже. Да чё он сдох, у него на эскейс способности. Тайгер стан, и всё. Твою мать! Куда? Я говорю, надо как-то развести Слардара на ульту. Вот он у меня её вешает, я умираю просто быстро. От меня смысла нет никакого. Я хочу собрать Линку, чтобы кидать на тебя. Кого собрать? Линку. Если я на тебя кину Линку, то он быстрее, Линка собьется. Ну, ну это я знаю, но там КД... Нет, ребят, ну не лезь. Подними его, подними. Блять, опять взорвусь. Как всегда, блять. Секунду, ребят. Такое, 12 ассистов, боже. У них здесь варды есть? Раздавардите, если у них там есть варды. Ребятушки, хохотушки, браво. Да есть, есть у них там варды, любом. Ну так раздавардите, ну блядь, ну... Простых вещей. Ты кому ты говоришь, мне что ли? Суппортом. Не смысл довардить, когда, блядь, я милишник, но... У нас Рубен есть. Немножечко не по тайму, но... Get down on the ground. Ну чё там, не можешь поставить вард, что ли?
Ой, слышите, может соберем? Не, отдаем пауэр, даем. Ау, фармила на топе, блять. Давай, отвечу тавер внизу. А, и Т3 тоже отдаем, да? Три сторону. Не Класс. Осторожно, не лезь там. И шанс. Нам девардит. Задевардит. Это пиздец. Ну не знаю, что мы там сбили. Они заходят, слышишь? Да, да, да. Не стой ты ко мне близко, блядь. Ой, бутерброд шеменца понёс. Не-не-не. Вон он ищет жертву. Ну меня цепанул, сука. Корабелка под медальку, бейте шмару. Корабелку убейте, блядь, первую самую. Всё. А ульт висит? Вот так. А ульт висит? Это мой ульт. А. Стан раскастовый. Вот и все, сразу так надо было сделать просто и все, ну. А где Никита? Несем им все. Я хп мало нахуй. А, Никита, понятно, как всегда, нахуй. Блять, друг, у меня было 200 хп. Засал-то нахуй все. Конечно, блять, у меня же умирает. Наверное, сеть 80 секунд лучше. Блять. Да похеру, мы ведь убили, че вы, блять, слышишь, как собаки нахуй, вцепились. Тигры, варды поставишь, пожалуйста, я даггер взял. Надо сейчас отсплитпушить по-жесткому. Вик, вот смотри, у тебя есть форстав. Куру переконтролил. Я. Ну, ты спрашивай, когда видишь анальтив секрет, ну что-то. И апсы, и сентри. Мог собрать Юлы, мог собрать пайп даже в конце концов, блядь. Мид, идем, давайте, ребят. Я думал, что Мид пайп купит. Не, я тараску собираю, мне пайп тут не спасет. Если думаешь, мне сейчас купить блудстоун еще какой-нибудь, блядь, то быстрее возрождаться. Ну же тебе блудстоун вообще. Маныч такое. Ну просто жесть, я там, блядь, забревает. Хуй заберешь тут, хуй, блядь. И вон сразу же. Я умру, но подстоплю тебя так. Ой, у тебя. Уходим? Вот смотри, вард. Живи, братуха! Спинку, понятно, чешите, да блядь, за минус. Ну что, Никит, дофармился, нормально? Ну блядь, ну вдвоем здесь дебил, блядь. Что? А нахуя вы там вдвоем? А потому что я сказал, ну кушать тавер. Дебил, блядь, нахуя вот там вдвоем? А где все? Вот, тебе сказали, мы варды ставим вообще-то, нет? Ты не слышишь? Ты в другом скайпе, мы, наверное, сидишь в другой конфе? А? Кто сейчас сдох? Никита сдох. Рубик. Сварда раздох. Ты его добил там. Козел! Мэн. Нам просто же какой-нибудь дискорд, не знаю. Я, короче, ебашу вторую тараску на. А хотя не, лучше дизарм, во, на Слардара. Дизарм, конечно. Слардара кипят. Я только сейчас это сказал, не надо повторять за мной. А когда я стою спиной, у меня второй скилл, да, как бы сказать, спамится? Да, когда меня бьют? Я хуй здесь, наверное, только рапира поможет зарешать, больше никуда. А какой они сейчас все слегли там быстро, только что захерачили. Слышь, Алхим, ты так, блядь, не фармил, там у них хабубарды есть. Тайминг кроши я там писал, не помню какой. 40-70, по-моему. 40-07. Он там еще долго. Я шиву, короче, куплю, наверное. А, подожди, ты кто? Агоним, блядь, собери, там пиздец много вообще, чем можно. Грейвы всякие. Рошу же, что ли? Рошу нет, нет сама. Да. Поками собираются зайти. Бля, боюсь зайти. Мы можем тоже смок на смок дать. И пойти уполовать. Они в смоке, что ли? Нет, они в смоке. Да че? Блядь, спасибо, конечно. Конечно, конечно, дизарм, конечно, дизарм, да, но я тебя попью грибов. А так-то дизарм. Сейчас, блядь, пальцем дам. Сейчас все, вардов вроде у них не осталось совсем. Они сломали там. Ну там-то понятно, что они расшатались. Блядь, ну как-то, вот эти, вы чё за, почему сюда варды не ставите? Тайминги у нас есть? Есть. 40-07. Смотрите, хоста. Хоста. Что, сука? Бери.
Окей. Он. Окей, иду. Опа. Это иллюзии, прикинь. Хорош. Идем. Кстати, да, без ульты Дазла как-то попроще будет. Намного проще будет. Минус. Потому что там физический урон. У нас хотя армор будет плюс. Гранатометчик Джимба, блять. Ну ко мне, пиздёныш, на. Спинку почешите. Яйца мои почеши, яйца чеши её. Она, 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 она. Ой, чечен. Давайте прыгнем. Цепануй. Ой-ой-ой. Так, только... под медальку убиваем. Прям? Хорош вообще пак. Так, это чем, пак... чем, чем, чем? Ну все, на мувике пак. Ой, сзади баншуха, баншуха. Бутирайдер, баншу, баншу, убиваемся. За давайте в фокусе. Она под медалькой, банша, убивайте баншу. Да чем ты тоже чем умрешь со своим другом, на? Ой-ой-ой, вообще не по шансу. Так, корабелку, сначала корабелку забить надо. Потому что под минус армором там вообще не айс. Там гем был, я забрал. Башню, башню, башню. Там гем был, я забрал. Слышите, не? Башню без крипов попробуйте пронести, вам что, давай мне почти. Уже успокойся. А, не написали? Но... Очень странно. Ладно, короче, давайте, пока. А чё, больше не будем, что ли? Завтра можно поиграть очень долго. Да, поиграем, поиграем. А я пойду вот этот. Всего лишь 5? Как-то мало вообще. А у нас уже рейтинг-то не появился. 2700 почти. Давайте назад. Шо, сел?